Сегодня в мечети Хазрет Султан произошло еще одно знаменательное событие. Был совершен обряд бракосочетания молодых людей, которые по воле Всевышнего Аллаха не могут слышать и выразить свои мысли и чувства вслух, но сердца которых переполняет чувство любви ко всему живому. Молодая пара Аслан и Дания соединили свой союз узами брака в соответствии с традициями и требованиями шариата. Ислам — это свет, который помогает найти истину незрячим и услышать ее неслышащим. И всеслышащий Аллах покровительствует и слышит наши молитвы. Аллах. 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 Аллах.